Audio Jungle. Начало. Здравствуйте всем! Вау! Не, вы что так... Подождите, вы что так по отдельности? Вы что, стесняетесь друг друга? Серьезно? Вы же все наши общие знакомые. Тут чужих нет. Давайте объединимся все и разом поаплодируем. Давайте все вместе. Нам когда-то надо было объединиться. Мы не смогли объединиться и все деревья повырубали. Хоть сейчас объединимся, ребята. Мне сказали, что надо пообщаться, и мне скинули список гостей. И тут Акмаль Байзиев, Майтакси, Литас ТикТокер, Федерация йоги. Ну, мне такое ощущение, как будто мне просто контакты скинули свои и все, никакой информации. Серьезно, нам сказали, что Акмаль Байзиев будет в гостях, и он пришел. Давайте поаплодируем ему. Акмаль Байзиев, здравствуйте. Очень рад вас видеть. И когда я спросил, кто такой Акмаль Байзиев, мне сказали, он придумал Майтакси. Я говорю, он там работает? Говорят, нет. Я говорю, где он работает? И мне говорят, он придумал Экспресс 24. Я говорю, он там работает? Говорят, нет. И в общем, у нас просто безработный Акмаль Байзиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Серьезно, Акмаль Байзиев очень крутой человек, потому что... Акмаль Байзиев — это человек, который сумел заработать на пандемии, при этом не будучи фармацевтом. Он отлично заработал, причем не на доставках. Он просто знакомым, богатым знакомым пробивал стикеры. Богатым знакомым пробивал стикеры, потому что их второй жены тоже должны жить как-то, да? Они их как-то должны навещать. Экспресс 24 всегда в помощь. Не, серьезно, Акмаль Байзиев — это человек, который вовремя понял, осознал и основал Майтакси, чтобы заработать на своих менее успешных одноклассников. Он такой, а что это они таксуют, а я не зарабатываю? И решил что-то сделать. Племянники Акмаля Байзиева всерьез боятся, что им когда-то придется работать на дядю. Потому что не дай бог, это еще хорошо, если мои такси... Акмалега, вы не против? Я спрошу, как ваши водители. Не против, если буду материться? Не, его водители хотя бы спрашивают. Там Яндекс.Такси по барабану. Они сразу задают правила, типа. Не, серьезно, я смотрю на Акмаля Байзиева и думаю, вот каким я должен был быть. Потому что я тоже отучился на программиста, и в 21 веке я бросил это дело ради шоу-бизнеса. Нормально. Я просто всему вина таксист, который... Я просто пришел, ловлю такси, я хотел поступить в Ташкентский университет информационных технологий. Я ловлю такси, сажусь, таксист смотрит на мои документы, говорит, поступайте. Я говорю, да. Говорит, куда? Вот Ташкентский университет информационных технологий. Он говорит, хороший универ, сам там учился. Я такой, ну зачем ты это сказал? Зачем я в Ташкент приехал, чтобы на Байзиева работать? В общем, Акмаль Байзиев крутой человек, давайте поаплодируем ему. Спасибо большое, что пришли. Продолжим. У нас тут
Литос тиктокер. Рэк года в номинации Рэк года. Давайте поаплодируем ей. Ей скучно. Ей очень скучно, потому что уже полчаса не было ни одного шпагата. Это очень тяжело. Я когда впервые наткнулся на ее видео в ТикТоке, подумал, капец, какая талантливая люлишка. Потом увидел ее на вручении номинации, подумал, капец, эта люлишка поднялась. Серьезно? Не, на самом деле у меня есть серьезный вопрос. Асань же звать, правильно? Асань, рад знакомству. У меня единственный вопрос. Где вы научились так реагировать на MacBook? Видели фотку, как она радовалась MacBook, когда Хаким вручал MacBook? Такое ощущение, как будто ей Apple целиком подарили. Нет, тут две причины. Тут две причины. Вот вы скажете, какая из них? Первое, вы не слишком, ну, не очень верили в финансовое состояние Хакима. Ну, что он может подарить MacBook, да? Второе, по традиции думали, что вам подарят сервиз. Да. Да? А тут MacBook. Не, крутая реакция. Да, еще и такой человек дарит, это такая... Да. О! Я же ничего не делала, просто шпагат. Да, просто шпагат. Да. Все включено. Дома можно люлей получить, а тут MacBook. Классно. Не, серьезно, вы наш кумир. Я жену заставляю теперь на каждые покупки так реагировать. На каждую. Видели бы ее? Вау, молодая картошка. Давайте поаплодируем. Крутая девушка. Таких шпагатов в таком платье я никогда не видел. Очень крутая девушка. Рад, что вы сегодня с нами. Мне еще сказали, что из контактов Индиры тут есть кто-то из Федерации йога. Муниса. Где она? Это Оля? Я еще удивился, куда Махаля смотрит, почему Муниса так выглядит. Не, если Оле все нормально, давайте поаплодируем Оле. Меня Мишакар звать. Рад знакомству. Просто у меня единственный вопрос. В какой момент и как решили, что в Ташкенте не хватает именно Федерации йоги? Президент съездил в Индию. Ага. Клево, приехал и организовал. И почему у нас нет? Давайте организуем, да? Вы же убили все мои шутки. Вы думаете, я бессмертный, продолжу шутить? Да, хорошо, давайте. Зачем коврик в йоге, серьезно? Вы какой-то придумали это все и не хватает инвентаря, типа? На чем зарабатывать? Давайте у нас будет коврик. А как же лосины? А как, их видно? Не, лосины мне нравятся, к ним нет вопросов. Было бы еще стремнее, если без лосин все это. Спасибо вам большое. Я рад, что вы сегодня с нами. Давайте поаплодируем им. Йога, я с вами только по другой стороне. С нами сегодня из Самавто Димакс Муниса. Вот я сам запутался, оказывается. Где она? А, это вы. Как я сразу не понял. Мне сказали, самый дорогой стол, это она будет. А я смотрю, нет, все по Самавто. У меня к вам единственный личного характера вопрос. Я с вами очень сильно хотел познакомиться, потому что, во-первых, как так, мы не знакомы. Во-вторых, как так получилось, что столько заплатили людям, на этой поездке меня не было. Ну, серьезно, весь Узбекистан проехали, и меня с ними нет. Просто единственный вопрос, как вы уговорили Индиру на все это? Сколько ей заплатили? Просто я ей позвонил, говорю, надо прорекламировать Индира Мифтахова, если кто не знает. Я ей звоню, типа, надо прорекламировать ресторан. В Челанзаре, $500. И она такая, фу, это туда ехать надо. И на следующий день у нее в сторис, мы в Каракалпакистане. Я думаю, сколько же ей заплатили за это? 550? 549. А, она умеет чутить еще, это хорошо. Не, она же еще шпагат делала, там что-то прыгала, что-то еще. Не все кадры еще показаны, в субботу будут все кадры. Я почему-то серьезно так и думал, не все кадры показаны, потому что там не было отдышки. Нет, серьезно, сколько должны были ей заплатить? Не, если кто не понимает, о чем речь, значит, у вас интересная жизнь, и вы не подписаны на Индиру. Это хорошо. Давайте поаплодируем за Мавто. Очень крутые тачки, если верить Индире.
Я вас всех рад видеть. Вечер начинается. Мы должны... Вообще, меня попросили вас немножко разогреть. Я смотрю, вы хорошая публика, вас не обязательно разогревать. Это же Ташкент, да? Тут каждый... Подождите, с нами Адиас. Давайте поаплодируем, Адиас. Вот это вот. Это тот чувак, который это поет и незаметно к нам подсел. Добро пожаловать, но тебе шуток нет, братан, извини. Я не знал, что ты будешь. Я тебе шутки в Телеграм отправлю. Засунешь себе в песни. Давайте, встречайтесь бурными аплодисментами первого комика, Озот Шкрулаев. Озот, давай. Выпускаем зверя. Привет всем! Вау! Спасибо, привет всем! Давно не успал на русском, вы такие четкие. Спасибо всем, что собрались сегодня. Поаплодируйте, пожалуйста, узбеки. Вот, кто узбекский? Круто. У меня мама настоящая узбечка. Настоящая узбечка. Для нее самое главное — это мнение других. Вот, что скажут окружающие? Вот у нас дома был пожар, все сгорело, но мы не позвонили в службу. Потому что честно, а когда приходят гости, она сразу говорит: так, Озот, иди на базар, купи дорогих шоколад, колбасы, сыр, красной икры купи, чтобы люди не подумали, что мы такое не кушаем. А я думаю, так мы такое не кушаем. Сестренки сразу: Наргиз, везде подмети, чтобы ни пылинки не было. Там, да-да, сэр, чё вы такую футболку ублюдскую одели? И отец такой: так я всегда в ней хожу. Честно, я думаю, если когда-нибудь милиция ворвется к нам в дом и заберет меня, маме будет стыдно не потому, что сына сажают, а потому, что дома не убрано. Она скажет: сынча, милиция келеда, а дома даже не убрались. Что люди подумают? Да, мне 29 лет. 29! Я в шоке! Я оказывается взрослый! Два ребенка у меня! Две дочки! Честно, я вообще не чувствую. Когда домой приходит газовая служба и говорит: вы, ну, позовите кого-нибудь взрослого, я 5 секунд жду. Я думаю: в смысле я самый взрослый? Это вон жена, она твоих родила. Отец берет внучку, говорит: пусть она к отцу пойдет, передает мне, а я хочу передать ее, типа, в смысле, мне что ли? Это мой ребенок? Да, это шок. Мы вообще трудно взрослеем, мужчины, да? Да? Да, да. А у вас сколько детей? У вас есть дети? Нету? Счастливый. Счастливый. А то я думаю, что такое хороший стоит. Да. И я женат. Я раньше любил, был влюблен в очень богатую и красивую девушку. Очень богатая и красивая. И когда у вас такие отношения, на 8 марта вы плачете больше, чем на 9 мая. Честно, потому что у нее такие поклонники, такие букеты дарят, ублюдки. А мой букет похож на бомжа. Он что-то в углу валяется, у него еще и запах такой же. И мы познакомились с ними, они пригласили нас на ужин и с подругой. И у нее был BMW X7. Понимаете? Они говорят: давайте поедем на моей машине. Я с другом сажусь на BMW X7, сзади сижу и чувствую... И как же без этого? Да, и для этого я уходил из Бухары! Остаем свечки! В Ташкент, блин, даже не подготовились! Вот у нас в Бухаре цивилизация! Так, что там было? Блин, темно, даже не видно, и зачем я это писал? Ну, Ташкент – развитый город. Это по тексту.
так. На этом мое выступление должно было закончиться. Но как в темноте бухарец будет уходить, не для меня это. Я вообще понял, что мужчины придумывают опасные вещи. Согласитесь, прыгать с тарзанки, гонять на болидах, прыгать с парашютом, жениться, ну... А чего умирают? А женщины больше придумывают, ну, не настоящие вещи, типа, подарить небо, подарить луну, женская дружба. Аплодируйте все, кто играл в компьютерные игры. Клевое выступление, аж в глазах стемнело. Давайте поаплодируем Озоду, он, думаю, заслужил. Он долго говорил про то, какой он Ташкент, чтобы вы понимали, какой Ташкент на самом деле. Все это время в ВИПе свет горел. Вот такой он Ташкент. Встречайте, на сцене Ислам Каримов. Времена меняются, времена меняются. Раньше, когда объявили Ислама Каримова, были намного громче аплодисменты. Всем добрый вечер, меня зовут Ислам Каримов, мне 28 лет, и у меня начались выпадать волосы. Ну, здесь единственный плюс, то, что лысина отвлекает от моего лица. Дома лучше всех на русском говорю я. Ну, как бы, ну, чтобы вам было понятно, дома я Лев Толстой. Потому что отец всегда спрашивает: «Слом, как будет лампочка на русском? Лампочка. Как будет телевизор? Телевизор. Как будет шарманда? Шарманда, когда у тебя незаконные дети. Ой, молодец!» Да, ну... Спасибо моему учителю по русскому языку, потому что он всегда мне говорил, всегда. Сам, сука. Одам думайся. В нашей семье 5 сыновей, я 4-й, у меня есть братишка, он младше 14 лет. Ну, сейчас объясню. По узбекским традициям младший сын должен жить с родителями. Ну, это так принято, не знаю, это не я придумал. И я думаю, когда мне было 14, мой отец посмотрел на меня и сказал: «Я с ним жить не буду». А мать, что скажешь? Мама такая: «Ну, не знаю, по плану он не должен был бы так выглядеть». «Ну, что ты предлагаешь?» «Не знаю, надо стараться». «Да, будет нелегко, но легче, чем с ним жить». Но папа, он всегда меня поддерживает. Классно, он всегда поддерживает. Когда я сказал: «Пап, я хочу учиться в Ташкенте», он сказал: «Все, езжай». Когда я сказал: «Пап, хочу остаться в Ташкенте и здесь работать», он сказал: «Все, хорошо, оставайся». Недавно сказал: «Пап, хочу учиться в Москве», он сказал: «Все, езжай». Как вы поняли, моему отцу похрен, где я. Самое главное, подальше от них. Да. После учебы я начал, кстати, выступать по телеканалу Зор ТВ. И когда первый раз вышла моя передача, я сказал отцу: «Пап, сегодня мне покажут в 11 часов вечера». Он сказал: «Поздравляю, круто». Я потом ответил: «Ну, 11 часов вечера, все спят, никто не смотрит». Отец такой: «С таким лицом ты скажи спасибо, что тебе вообще показывают».
Ну, после того, как я начал выступать по телеканалу Зор ТВ, моя жизнь лично резко изменилась. Я начал смотреть телеканал Зор ТВ. Мой уровень популярности сейчас в таком уровне, меня узнают те люди, которые так и так меня знают. Да, типа, о, я тебя по телеку видел. Где? Там, в магазине. Я спрашиваю, ну, как тебе мое выступление? Не знаю, они в беззвуке смотрели. Да, странные у меня друзья. Недавно один друг звонил и говорит, Ислам, срочно приезжай, тут рамсы, драка, и положил трубку. Я на драку? Я? Если я даже подъеду, они не говорят, о, их стали на одного больше, они говорят, хотя бы одного побьем. Ну, я понял бы, если мое имя началось бы на букву А. Тут должен он зайти в ВКонтакте, поискать меня, понимаете? Даже отец ленится. Моего брата зовут Азамат, он заходит в ВКонтакте, сразу наберет на Азамат. Алло, Азамат, передай Слому, мы поздравляем его с днем рождения. Я обычно так принимаю поздравления от родителей. Но он тут молодец, он поискал. Вы представляете, там, где драка, идет драка, и друг внезапно берет телефон, звонит. Алло, Слон, приезжай, тут рамсы, драка. Вы что, как подумали бы? Ну, какой-то качок, спортсмен. Тут я. Я не пошел туда, потому что я не хотел разочаровать соперников. Потому что я, смотрите на меня, я в 14 лет разочаровал своих родителей. Да. И, ну, я занимался спортом, да. Я занимался спортом, но это было очень давно. Есть люди, кто занимался с каратэ? Есть такие? Нет, да? Единственный я здесь. А, есть, во. Круто. Но я тоже занимался очень давно. Я ничего не помню, ни одного приема. Зато я помню, как они считают. Ич, ни, сан, си, го, рок, си, чхач, кью, джу. Да, во время драки, может быть, я не приниму никакой прием, зато я могу ровно посчитать, сколько они раз меня побили. Типа такой, ич, ни, сан, си, го, рок. Ой, Ислама с двух ударов вырубили. Какой с двух удара? Шесть. Ични, сан, си, го, рот. Я считал. Все нормально. И я еще учился в медицинском колледже, кстати. Да. У нас была старста, но одна девушка. Знаете, как ее выбрали? Потому что у нее был самый красивый почерк. Я не понимаю, зачем врачу красивый почерк, когда это ему поможет. Она такая, мы не знаем, что у вас заболевание, но вдруг, если вы умрете, мы можем вас красиво оформить. И после колледжа я поступил в театральный и закончил, и по актерскую. Ну, если объединить два диплома, получается, я актер-врач. Я плохой актер и плохой врач. Потому что каждый раз, когда выхожу с операционной, я говорю, мы сделали все, что могли, мне не верят. На этом у меня все. Спасибо всем. Это очень хорошая публика. Спасибо. Ислам Каримов, давайте поаплодируем. Следующий комик. Отлично, я сейчас объявлю, вы должны смеяться после каждой фразы, иначе она обидится. И она не должна понять, что мы с вами договорились, иначе тоже обидится. А мне проблемы не нужны, поэтому я вас прощу. Встречайте, как репетировали. Индира Мифтахова! Вас много, я так волнуюсь, потому что вас очень-очень много. Всем привет!
Давайте пошумим, чтобы вот это вот хайджон, да, называется, чтобы это ушло. Но на самом деле вот стендап это чисто женское, да? Кстати, к нам присоединилась Екатерина с Гольфа. Здравствуйте. Вот из-за вас и начался этот стендап. Эта девушка писала каждый день. Хочу на ваше выступление. Спасибо вам большое, потому что не знаю, как я выступлю, но ребята уже молодцы, да? Как бы вот. Поэтому, если вы не будете хлопать, вы подведете меня перед ней. Понимаем, да? Ну ладно, стендап это чисто женское, потому что мы говорим о наболевшем и так далее. А я стала взрослее и понимала, что это вообще женское, да? А почему на русском, знаете? Потому что на узбекском много уят. Мало что можно сказать, тебя всегда осудят, скажут, о, Шарманда, что за девочка такая вообще, и не стыдно, и все тебе будут говорить, вся махаля. И это общественное мнение, это просто ужас. Я говорю, на русском. Стендап будет на русском, вот все. В общем, хочу начать с того, что Иванили вообще очень хороший, крутой повар, он очень полный. Главный повар полный, а я доверяю полным. Знаете почему? Потому что понятно, что они пробуют. Они едят, да, во время этого. Смотрите, у меня немного о себе. У меня очень много подруг, и вот недавно подруга, вот Света, она мне говорит, Индира, если хочешь похудеть, делай вакуум. И показала. И понимаете, живот исчез у нее. Живот исчез. Вы видели кто-нибудь, как делают вакуум? Кто видел, пожалуйста, поаплодируйте. А, худышки собрались тут. И этот, у нее живот, это было ужасно на это смотреть, понимаете? И чтобы вы понимали, вот сейчас максимум я втягиваю живот. Какой вакуум, да, тут? Это максимум, но я попыталась, я такая... И только грудь втянула. Все, но у меня, вот как я стала блогером, немного знаменитой, появились богатые подружки. Вот не просто богатые, вот сейчас вы думаете, вы тоже богатые? Нет, очень богатые. И я сидела в этом круге, и одна говорит, знаете, вот я на самом деле добрая и поддерживаю людей. Вот Индира, например, кто думал, что она выйдет замуж, да? А она вышла, и я за нее радуюсь. Я же еще могу развестись, да? А я не привыкла подводить людей. Дорогой, вы тут, да? Мы живем вместе, а где он? А вон он. Вот поаплодируйте, это мой муж. Да. Дорогой, мы вместе, потому что мои подруги за меня радуются. Мы не можем их подвести. До конца вместе. Подруги радуются. Они сейчас здесь. Я привыкла к справедливости. Поэтому, если берешь взятки, бери у всех. Если построил себе дом хорошо, будь добр, в Джизахе тоже нормальный дом построй. Вы чтоб понимали, кто не слышал про Джизах, да? Только построили, и сразу его не было. Вот у меня сестра, когда пришла, она час подправляла мне прическу, одежду, вот так старалась. Я говорю, хватит. В Джизахе так не старались, когда дом строили. То есть вот такая вот атмосфера. Недавно у меня была поездка, я уже все рассказал, да, мы сама организовала 12-дневную экспедицию, Арал-тур, мы поехали на 12 дней, представляете, 12 дней, вот мы ездили, и я должна была рекламировать машины. Но все подумали, что рекламирую Узбекистан. Мне было неудобно, и на пятый день я думала, вот все, меня спасают. Побежали мальчики, я такая думаю, вот, хотя бы поймут, вот они сейчас со мной сфоткаются, и они поймут, что я знаменитый. И пацаны сказали, можете отойти, мы с машинами хотят сфоткаться. И знаете, что я поняла? Что D-Max — это автомобили, которые не нуждаются в рекламе. Это самые лучшие автомобили. Хоть здесь прорекламировала. Отработала! Отработала, да? Вот здесь. Да, и вообще мы доехали до этого Арала. Да, это очень далеко. Вообще, согласитесь, вот немножко атмосфера здесь давит. То есть вот это общественное мнение, уят, это же есть, вот, ну, ты такая, типа, мне все равно, что скажут люди, а сама такая ходишь правильно, стараешься не пить перед людьми, и даже сейчас многие такие, мы не пьем. Но мы поехали в Арал, и я думаю, это же далеко, наверняка мы поехали выпить, потому что D-Max самый лучший автомобиль, который все знают, да, который не нуждается в рекламе. В общем, когда вот, кто-нибудь на Арале был, поаплодируйте. До воды доходили? Серьезно? Прям трогали водичку? А, все, верю тогда. Смотрите, просто сейчас объясню, почему. Там вода есть немножко осталось. И что произошло? Там немножко почва такая мокрая и болото, да? Да. Все прошли, только я провалилась. В белых кроссовках. Почему сказала белые кроссовки? На тот случай, если вам меня не жалко. Я такая, проваливаюсь,
всегда в белых кроссовках такая проваливаюсь, и только в этот момент вспомнила про мужа, потому что он всегда поддерживает меня. Я такая, был бы тут, он бы мне помог. А потом вспомнила, что он 120 килограмм весит. И я понимаю, он бы не помог, он бы хуже провалился. Хоть где-то я лучше его. Думаю, вот сейчас приеду и похвастаюсь. Так я приехала и говорю, вот мы были на Орале, там было болото, я провалилась, но если бы ты был, ты бы хуже провалился. И он такой, ну меня же не было. Вот если бы я была мужиком, я бы приняла поражение. А я же баба, и я сразу такая, вот тебя всегда нет, когда ты нужен. И он такой, ну я бы хуже провалился. Я такая, а, съел, ты бы провалился. Вот видишь, сам твой баба молодцы, да? Если хотите получить дорогой подарок от мужчины, пишите ему смс. Мне кажется, у тебя кто-то есть. Отключайте телефон и подарок на вечер уже, все. Просто попробуйте, это реально работает. Вот кто пробовал, можете поаплодировать, кто не пробовал тоже. И на самом деле, мужчинам тоже нужны подарки, да, дарить? Только необычные. Знаете, что я подарила мужу на праздник? Я его простила. Он, конечно, повода не давал. Я авансом простила. Он такой, что за подарок? Я тебя прощаю. Вот. И сразу скажу, второй раз такой не прокатит. Второй раз уже нужно было придумать, за что прощать. Я вас сейчас научу, это тоже срабатывает. Такая сидишь такая и молчишь. Такая молчишь, он такой заходит там, он такой, что ты молчишь, что случилось? А ты дальше молчишь. И он такой, ты что, обиделась? Процесс пошел. Главное вот молчать просто. Он такой, не, вчера мы реально в горах с пацанами были. Во! Но тут не сдаемся, потому что дальше что-то круче будет. И он такой, что, Камила звонила? Я вообще не знаю эту Камилу, понимаете? И вот тут уже нужно было показать свой сертификат на прощение, а я как дура продолжила слушать. И он такой, или ты смс-ки прочла мои? И первый обиделся. Сижу я такая с сертификатом на прощание, такая, там рядом на 50% скидка в СПА и купон на дешевую колбасу из Макро. Такая сижу и думаю, вот для этого мы идем. Вот. То есть, что хочу сказать, вовремя нужно показать сертификат. Вот, и еще один момент. Есть те, кто старается изменить ради кого-то? Хоть кто-то признался, все остальные такие, не-не-не, я ради себя живу. Я поэтому общественное мнение меня так задевает. Смотрите, девчонки, мы не стараемся изменить ради кого-то. Потому что, смотрите, вот если ты садишься на диету ради парня, то уже диета тебе не помогает худеть. Диета помогает тебе ненавидеть этого парня. Ты такая пьешь воду с брокколи, да, или с укропчиком, и такая думаешь, чтоб ты сдох, любимый. Чтоб ты сдох, любимый. Вот для любимых тоже поаплодируем от души. Я вот так подготовилась, вот прям очень много заметили, да? У меня такой четкий совет еще для полных. Те, кто полный, не расстраиваемся из-за лишнего веса. Потому что, смотрите, мужчины, если вам не нравятся крупные женщины, проблема у вас тут в голове. Все рамки вот тут. Это значит, ты просто не готов на что-то крупное. Убери эти рамки. Поверь в себя. Да, да, поверь. Да, ты дрыщ, ты не ёк, ты дрыщ. Но у тебя все получится. Нормально? Вот теперь, когда ты увидишь что-то крупное, ты уже поймешь, что ты сможешь. Сейчас такие крупные девушки думают, а что это Индира нас называется? Называет чем-то. Девчонки, я хоть как-то сейчас стараюсь. Вот хоть как-то стараюсь, чтобы вот они понимали, что крупное — это нормально. Потому что крупный джип нормально, крупный айфон нормально, а крупные женщины их не устраивают. И напоследок, Муслимчик, ты тоже здесь же сегодня, у тебя есть такая грустная музыка? Последок же у нас все такое должен быть, да? Мы даже когда нет причин, должны поплакать.
Потому что вот когда я была в депрессии, чтобы выйти из нее, начала читать стихи Омара Хайяма и помогло, стала алкоголичкой. Есть, да, такое? Да. Я вам сейчас расскажу, как это должно... Это не йога, да, надеюсь? А то я прямо здесь сейчас сяду, потому что я начала ходить. Смотрите, какой должен быть идеальный день? Мы не на похоронах. Ладно, что есть, давай, там романтично есть что-нибудь такое? Ой, извините, а что-то вообще? Я только с мужем нормально разговариваю, я забыла об этом сказать. Чай, вам, Джан? Все нормально? Все хорошо? Идеальный день — это когда вот ты собираешься садиться на диету, а муж говорит: не надо, ты мне и так нравишься. И говорит: не готовь, мы закажем доставку, Экспресс-24 работает. И пока он заказывает тебе 2 больших лаваша с сыром, пока доставка едет, он перебирает твой любимый сериальчик, готовит. И приезжает доставка. И доставку привозит нищий, жалкий курьер твой бывший. Вы не поняли, твой бывший. И ты за место чаевых даешь ему браслет, которую у тебя вообще не было времени вернуть. Это она! Мы нашли ее! То есть, понимаете? И я, Индира Мифтахова, сегодня вам всем желаю, чтобы у вас всегда были идеальные дни. И запомните, неважно, кто что скажет, важно быть счастливой. Вот те, кто говорят, пусть попробуют стать счастливой. Это тяжело, а говорить всегда легко. Будьте счастливы! С вами была Индира Мифтахова. Ну, мать дала жару, да. Вы могли уже понять, что в ВИПе еще и наливают. Поэтому, братан, без обид. Она потом протрезвеет и извинится перед тобой. Не, реально, было же круто. Давайте поаплодируем, ей будет приятно. Индира Мифтахова. Недавно мы устроили концерт, ну как недавно, это уже давно, во время карантина, мы устроили концерт в Коканде. Я, Озот Чукрулоев и один певец. И вход там платный, естественно, потому что мы крупные артисты. И мы все сидим втроем, я, Озот и певец. Тоже известный, но в узких кругах, поэтому я не называю. И тут позвонил кто-то, администратор отвечает, типа: а почем вход? Ему говорят: 100 тысяч. Он такой: а что так дорого? Ну, ему объясняют, типа, там 3 артиста выступают. Но все равно, там что-то еще будет, что-то включено в эту сумму. Ему говорят: ну, фруктовые ассорти. Он такой: хорошо, тогда 5 мест. Серьезно? Фруктовые ассорти? То есть тут 3 артиста и фруктовые ассорти? Нормально? Я всю жизнь искал каких-то конкурентов среди коллег, а нет мне. Теперь я начал чувствовать конкуренцию. Серьезно, я когда иногда возвращаюсь с работы поздно домой, жена ест фрукты, я такой: фу, ты чё? У меня ощущение, как будто мне изменяют. Фруктовые ассорти, серьезно, мне стало обидно. Меня как-то позвали на дегустацию пива, у мужчин есть правило, раз зовут на дегустацию, надо идти. И как это выглядит обычно, дегустация пива? Ты такой приходишь, первый попавшийся сорт, и напиваешься. Но тут не так было. У меня конкретно такая цель была, но тут не так. Тут человек подготовился, блин. И мы все сидим за кругом, за таким большим длинным столом, и сомелье сидит. Он налил 12 сортов просто. По 50 грамм, блин. По 50 грамм пива налил, понимаете? По 50 грамм. И мы должны проверить каждый, попробовать. Он такой: я пробую. Он такой: ну как тебе? Я говорю: ну мало. Ну, мало-то. Есть, да, нотки, да, нотки нехватки есть, да? Этого мало. И он рассказывал очень интересно и долго, про каждый сорт отдельно. И очередной сорт я пробую, он такой: ну чё? А я такой: ну, пиво, блин, я не разбираюсь. Я такой: а нельзя так сказать, потому что он объяснял долго. Я такой: отвратительно, да? Я говорю: да.
отвратительно, фу, какая гадость, как это пьют. Он говорит, да, турки не умеют варить пиво. Я говорю, согласен. Серьезно? Мне кажется, самый сексистский мультик, самый, что есть сексистский мультик, это «Три кота». Потому что там каждый раз мультик начинается с фразы «Три кота», и бедная карамелька каждый раз повторяет «Два кота и одна кошечка». Капец нервы у нее. Сотни серий. Она как ни в чем не бывала. Два кота и одна кошечка. Не нервничает, абсолютно спокойно. Серьезно, самый сексистский мультик. Я потом подумал, ну это же мультик, это же придумано. И, блядь, придумано так, чтобы она каждый раз говорила. Два кота и одна кошечка. То есть так придумали. Заранее. Это не случайно кошка сказала так. Это сценаристы такие. Нужны нотки сексизма. Давайте добавим. И кто-то мог подумать, что сценаристами являются какие-то мужики, ярые фанаты патриархата. Но нет, беда пришла откуда не ждали. Раскол в женской армии. Сценарист. Кто? Дарина Шмидт. Режиссер, художник, аниматор, сценарист. 83-го года рождения. Место рождения Санкт-Петербург. Все данные, чтобы стать феминисткой. А она три кота, блин. Все дети сегодня здесь смотрят этот мультик. Они завтра вырастут и поедут в Россию, если у нас что-то не поменяется. Все дети смотрят этот мультик и вырастают сексистами. Они поедут в Россию и на них будут тыкать пальцем. Фу, сексист. А они не виноваты. Виновата Дарина Шмидт. 83-го года рождения, место рождения Санкт-Петербург. Аниматор, сценарист и чертов сексист, блин! Три кота, давайте от сегодняшнего дня называть. Два кота и одна кошечка, кто за? То есть ради мультиков вы готовы объединяться, как деревья спасать? Ни хрена, да? Отлично, я рад за вас, серьезно. Но... Я сейчас задумался еще, какие девушки стали выкладывать фотки в Инстаграм. Раньше, чтобы посмотреть на такие фотки, мне приходилось обыгрывать компьютеры в шашках. Причем не один раз. Не один раз. Там надо было стараться. Я раздевал девушек интеллектом. Очень сложная работа. Очень сложно, потому что не дай бог, если проиграть, она оденется обратно. Но не весь. Но не весь. Все справедливо. Она наденет что-то одно. Типа, шаг назад. В жизни так не бывает. В жизни нет такого, что намечается романтический вечер, она постепенно раздевается. Ты как-то обидел ее, не знаю, там типа, фу, я думал, ты ноги бреешь до конца. Ну, как-то обидел ее, она такая, надела что-то одно. Типа, я обиделась, но не собираюсь уходить. Нет, в жизни так не бывает. В игре все намного теснее было. Но, тем не менее, я в Инстаграме не очень активен. Чтобы вы понимали, насколько, у меня есть фотка трехлетней давности, под которой единственный комментарий «Ура, я первый». Я смотрю на него и думаю, братан, ты мог не торопиться. Ты мог вообще не торопиться. Ты можешь еще раз написать. Ты можешь столбиком свое имя по одной букве написать и выиграть конкурс. Никто туда не напишет. Я к нему зашел в профиль, ему 19 лет, и у него висит фотка, где он с женой и ребенком. Я такой, тогда это в твоем стиле. Куда ты торопишься? Куда ты торопишься? Он еще и милиционер, хочет на пенсию к 30 годам. Я не видел человека, кто сильнее торопился на электрофорез, честное слово. В общем, дорогие друзья, у меня на этом все. Спасибо вам большое, что пришли. Вау. Но, если кто пропустил, на афише было написано «русский стендап». И мы должны соответствовать. Поэтому у нас на сегодня последний комик завершает сегодняшний вечер. Встречайте, Тарас Касымбаров!
Ну, здрасте, здрасте, добрый вечер. Давайте немножко взбодримся, друзья. Кайф, привет. Ребята, ребята, очень давно не выступал на русском. Но с детским, в целом, вообще очень нужны деньги, поэтому буду стараться сегодня. Вообще, часто выступаю в ресторанах в разных. И знаете, что заметил? То, что если в меню написано не просто блюдо, а если к нему есть приставка из какого-то узбекского места, типа не просто плов, а самаркандский плов, то сразу звучит вкуснее. Типа гиждуанский шашлык. Вы чувствуете? Чувствуете? Но эта тема абсолютно не работает с коктейлями. Типа ферганский секс на пляже. Это что-то по принуждению, что-то связанное с дальнобойщиками, понимаете? Хотел спросить у вас, кто на такси приехал? Есть такие люди в зале? Да, спасибо, можете аплодировать. И я что хотел вам сказать, то что наверняка у каждого из вас есть история про таксиста, которую вы рассказываете в компании. Сегодня теплая компания, я тоже расскажу одну историю. Я зимой ездил на гастроли в Алмату, и меня вез очень странный таксист. Мы только сели в машину, только поехали, и он такой... Я смотрю на него, он поворачивается ко мне, говорит: «Ничего, что я пою». Он всем сигналил, прям всем, он был агрессивный. Я решил как-то разрядить обстановку. Говорю: «А вот вы всем сигналите, это вы свои песни подыгрываете?» Он говорит: «Нет, это просто у меня на ладошке эрогенная зона. Шутка. Дай 5». Ребят, есть кто устал на работе? Есть люди такие? И печальные. А есть кто прям задолбался на своей работе? Есть? Вот, вот. Вот это моя публика, вот. Просто я так устаю на работе, ребят, я вас так понимаю. Я недавно проспал на работу, потому что мне приснилось, что я встал и вышел на работу, понимаете? И я работаю в больнице, я работаю массажистом, я так давно не был в отпуске. У меня есть пациент, у него горб. Он лег, я смотрю на его горб и думаю: блядь, как давно я не был в горах, а? Намазал его белым кремом. Все, Тяньшань. Один в один. Один в один. И знаете, не просто так я спросил про работу. Я хотел еще задать один вопрос. А кому приходится работать прям с людьми? Вот тет-а-тет, вот так вот. Кто работает с людьми? Вот у меня к вам вопрос, ребята. Почему люди, у которых воняет изо рта, сука, самые общительные люди, а? Мне на работе подходит пациент, говорит: «Знаете, у меня когда сердце болит, я вот так вот делаю, и все проходит». Я смотрю на него, думаю: ну вот так пахнет подвал ада. Я сначала хотел упасть в обморок, но подумал: а что если я сейчас упаду, а он сделает мне искусственное дыхание? Просто ведь ему же не намекнешь никак, что типа он зевнул, ты ему раз тик-так закинул. Там, нет. Много очень приходится работать. Знаете почему? Потому что у меня кредиты. Ребята, кто-нибудь погашает сейчас кредиты? Или кто-нибудь с этим справился? Есть такие? Блин, это... Не так, чтобы ты купил робот-пылесос и все, ты взрослый. Нет. Нет. У меня настоящий кредит. 9 штук баксов, понимаете? 9 штук. Я не говорю 9 тысяч долларов, потому что 9 тысяч долларов звучит еще больше, понимаете? Даже если распределить на каждый месяц, для меня 9 штук баксов на каждый месяц — это каждый месяц по дохрена, понимаете? 9 штук баксов, я объясню, сколько это. Это по 100 баксов. Если снять проституток, это получится 90 человек, понимаете? Если эта армия нападет на Твит, она может лишить девственности всех айтишников, понимаете? Это 8 футбольных команд, это высшая лига проституток. Можно устроить развлечения, понимаете?
Из-за этих стрессов, из-за того, что много долгов, много работы, кредиты, я начал смотреть психологов в интернете. Ребята, это хрень полная, они вообще не помогают. Потому что они все дружно говорят одно. Тебе нужно просто выйти из зоны комфорта. Я на Лисунова родился, меня из зоны комфорта... Просто философия не рождается в интернете. Если ты хочешь научиться жить, просто живи. Философия рождается в жизни. Я объясню. В 2007 я жил в общаге, у меня было два соседа. И одного я ненавидел, потому что он все время мыл ноги в раковине. Каждый день по нескольку раз. Но я перестал его ненавидеть ровно в тот момент, когда я увидел, как второй сосед нассал в раковину. Другими словами, информация изменяет отношение к событиям. Конфуций. Хотя вряд ли Конфуций бы обрадовался, если бы его узнал, что его слова оправдывают санью в раковину. Понимаете? Тут больше подходит цитата другого философа. Типа, если чуешь, что не донесешь, просто расслабься и кайфуй. Олег Монгол. Много приходится работать, но у меня есть цель. Я знаю, из-за чего я работаю. Потому что у меня в августе сын родился. Сейчас ему 10 месяцев. У него все кайф, он бьет меня, бьет мать, все хорошо. И знаете, я за него все время волнуюсь. Все время волнуюсь, я не понимаю родителей, которые вообще не волнуются за своих детей. У меня есть друг, он рассказывал, как его годовалый сын покакал, и монета вышла, понимаете? И он это рассказывает, как какую-то смешную историю. Я уверен, что они с женой еще и поспорили. Говорит, если решка, то ты убираешь. С другой стороны, крутой бизнесмен растет. Ему один год, а он уже домой деньги приносит. Серьезно. И этот друг у меня вообще очень странный, очень странный. Он такой, знаете, весь на бизнесе. У него новый бизнес-проект. Он сейчас занимается, он собирает пузырики с чая и в карман себе кладет. Он такой человек. И знаете, когда мы с ним куда-то ходим, это всегда похоже на бритье одноразовой бритвой. Каждый раз ты бреешься одноразовой бритвой, и думаешь, сука, это последний раз. Это последний раз. И потом снова на следующей неделе. И вот мы с ним пошли в бар в один, и ему понравилась девушка. И он такой, я в стелс-режим. И снимает кольцо. Но до знакомства дело не дошло, потому что мы уронили кольцо, он был бухой в задницу. И мы весь вечер в ковбой Джеки на карачках искали его кольцо, понимаете? Это было отвратительно, потому что все видели, как у него спустились брюки, и вот здесь вот была резинка от трусов видна. И на ней не было написано «Фирелли», «Кельвин Кляйн», на ней было написано «Четверг». А была суббота. Знаете, как нашли кольцо? Он такой, прикинь, я на левую надел. Такой чего. Очень много странных вещей вижу. Видел в супермаркете дезодорант, который называется «Викинг». И вот мне кажется, ну вот «Викинг», да, дезодорант «Викинг». Вот вряд ли викинги пахли утренней свежестью. Продолжайте, я поддерживаю. Это... Просто смотрите, викинги – завоеватели. Но почему-то нет дезодоранта с именами других завоевателей. Типа «Духи татаро-монгол». Чтобы где-то в русской деревне стояло двое крестьян, и такой один говорит, «Ты чувствуешь эти легкие ароматные нотки фруктов?» Другой говорит, «Да, мускус. Это татаро-монгол. Сейчас деревню сожгут». И рекламный слоган, типа «А-а-а, ароматы Чингисхана». Мне кажется, название «Викинг» мог придумать только человек, который ест орехи, или ест грецкие орехи, потому что они похожи на мозги, типа для мозга. Такой чувак. И много странного. Я еще хотел рассказать немножко более личные темы, немного с вами поделиться. Я в браке уже 9 лет,
И в самом начале своих отношений я понял одну вещь. Когда ты женился, у тебя теперь два пути. Либо ты становишься примерным семьянином, либо ты научишься охерительно врать. Понимаете? Вот смотрите. Вот есть семейные парни в зале? Пожалуйста, сейчас вот кто самый примерный семьянин? Просто поаплодируйте скромно. Да просто поаплодируйте. Вот видите? Подожди, я бы так не радовался. Сейчас. Просто эта ситуация, она поддерживает обе мои теории. Понимаете? И я в браке, естественно, не первый год. Мы друг к другу привыкли. Я стараюсь как-то поддерживать отношения, поддерживать страсть в отношениях. Я в прошлом году закончил секс-тренинг. Ребята, там в рекламе было написано, после нашего тренинга секс с вами станет как райское удовольствие. Но по факту сейчас секс со мной напоминает игру в Mortal Kombat. Я объясню. Это тот момент, когда в середине раунда ты говоришь партнеру: подожди, подожди. Сейчас ничего не делай, я кое-что попробую. И начинаешь вспоминать, как там было. Назад, назад, вверх, вниз, вниз. У тебя не получается, ты апперкот просто даешь. Закончу той темой, с которой начал, про узбекскую кухню, моя любимая кухня. Знаете, каждый раз, когда я приезжаю в Россию, мои друзья считают своим долгом обязательно отвезти меня в ресторан узбекской кухни. Я не знаю зачем. Видимо, чтобы лишний раз доказать, что в Москве нет узбекской кухни. Прошлый раз мы были... Я вам сейчас объясню. Название просто, вот вы все поймете. Лоунж-бар Чайхана номер один. Лоунж-бар это не Чайхана, ребята. Если на столах вместо скатерти нет клеенки, прожженной сигаретами, это не Чайхана. Если на столе не стоит бутылка от колы, в которой нет колы, зато есть уксус и перец, это не Чайхана. Если официант понимает по-русски, нет. И когда мой друг приехал в Ташкент, я повел его в реальную, настоящую Чайхану. Если кто не верит, на Чиланзаре, за ГАИ, кто-то был, может быть. Мы приходим в 5 часов вечера, сразу из аэропорта приезжаем туда. Я говорю: братан, сделай нормальный чайханский плов, пожалуйста. Официант смотрит на нас в ужасе и говорит: плов нет. Смотрит на нас внимательно и говорит: есть борщ. Посмотрел на меня еще немножко пристально и говорит: и на десерт чак-чак. К чему я это рассказываю? Ребята, плов — это замечательное блюдо. Это больше, чем еда, по одной простой причине. Он объединяет национальности. Я вам отвечаю, я ел плов на Пасху. Мне соседи принесли плов, говорят, он праздничный, с вареными яйцами. Спасибо, вы кайф, народ! Тарас Касымбаров, Шарманда. Какие курсы? О чем ты начал рассказывать? Было же по маданьяту, манавяту все. Махаля не поймет. Урыс. Тарас Касымбаров, давайте поаплодируем. Ваши аплодисменты. Ребята, которые сегодня выступили для вас. Встречайте, Ислам Каримов. Индира Мифтахова. Озат Шкрулаев. Тарас Касымбаров и Миржакар Файзулаев. Всем большое спасибо. Это круто.